Здесь не живой человек. На первом месте участник под номером 40. Стоять. Очень породная, выразительная, цельная и законченная собака. Очень убедительна на всех этапах движения, шагом, рысью, на всех, на любой скорости. Она очень прочная, гармоничная, в очень хорошей форме и подготовке. Поздравляю. На втором месте очень хорошего качества собака. Очень породная и выразительная. К сожалению, в некоторые моменты она не в лучшей форме по шерсти. И организационные моменты с хозяевами, к сожалению, не дали ей побороться, шансов побороться за первое место, но она очень, очень красивая, очень интересная. Да, кобелей за что? Очень красивая собака. Мыша! На третьем месте, 42-й номер. Мыша! Здесь определить. Не надо, не надо, не надо. Молодая, крепкая, выразительная, сухая, достаточно прочная. Подающие большие надежды. Очень убедительная собака. Показала себя очень хорошо на всех видах движения. Темпераментная, с желанием. Мои поздравления. Наберет объемы массы, будет еще лучше. На четвертом месте участник под номером 41. Выразительная, породная, достаточно крепкая, немножко не хватило крепости верха, крепости спины. И желательно иметь, конечно, лучшую форму по шерсти, по в плане юбки. Ну, это нюанс. Это только нюанс. Вообще, мои поздравления. Хорошие. Участник под номером 43. Крепкая, сильная.
Кобели длинные, рабочего класса готовимся. Достаточно прочные. Мне бы хотелось видеть более длинным Тагира, давайте плечо сюда. И более длинную грудную клетку. Во всем остальном очень хорошая собака, спасибо. Счастье под номером 44. Крупная, сильная. А я отдала, которая не нужна. Рабочий класс. Темпераментная. Немножко не хватает общей крепости и крепости спины. А, все остальное замечательно, спасибо вам. Отлично.